круто. Главное, подъем. Поехали. Я был уверен, что прогулки на Марс начнутся лишь через многие сотни лет, но сроки меняются. Вас понял. Вперед 10 метров. Экипаж орбитального комплекса. Все нормально. Прошел полет успешно. Задачи, поставленные перед нами, выполнены. В данный момент я сейчас с вами разговариваю и вас горячо приветствую. Врач, космонавт-исследователь Поляков Валерий Владимирович. Рядом находится борт-инженер Елена Владимировна Кондакова. Поскольку и у вас весна, и у нас весна, у нас уже редиска вылезла, огурцы появляются. Ну давайте мы вам Землю немножко покажем, на фоне этого можем поговорить. Ты видишь? Сейчас уже нет, закрыл его. Да нет, я его посредине встал. Скорость нашей станции. Это в милях, это в километрах в час. И сейчас мы летим со скоростью 28 тысяч километров в час. Туда-обратно, туда-обратно и туда. То есть получается, я улетел и не вернулся. Поэтому нужно все-таки обязательно 6 раз, чтобы вернуться. Что это, конечно же, историческое событие, и это очень важное и нужное стране веха.